Всем привет, давайте сегодня послушаем новый альбом от Маленького Ярче. Буду его в первый раз слушать, ну, в смысле, слушать первый раз на него реакцию делаю на этом канале. Обычно он был в фитах, там, да, где-то у Лава в фитах был, еще там у кого-то наверное, да, в фитах был, то есть. Вот у него альбом вышел, Дрипсики, да? Дрипскай. Не знаю, что это такое, но интересно будет глянуть. Всего два фита, это с Майотом. С Майотом, получается, два фита и один с Вайтпанком, да? Давайте послушаем, но с вас лайк, комментарий, подписка на канал обязательно ставьте. И ВКонтакте, друзья, добавляйтесь. Это важно. Так, на моем теле давайте слушаем. Ничего, офигенный трек, поставлю 10 из 10, все понравилось, классный вайб, подача, исполнение, бит офигенный очень. Ну, то есть, очень годно. Ну, может, типа, само исполнение тут как бы именно в этом треке исполнение такое, то есть, на 9, на 10, наверное, да, но в целом, то есть, бит очень нравится, то есть, классно сделал, молодец. Припев офигенный сразу тебе въедается в голову. Погнали дальше, маленький ярче, Майот Мунбут. Прикольный голос. Я лечу на луну.
лечу на луну. А, прикольно, тут голос у маленького ярче, то есть такой необычный какой-то у меня здесь голос, такой прям, ну, прикольный, очень забавный. Ну, как бы Майот, как бы, ну, он вписывается вообще, он вписывается к нему в этот фит, потому что и у ярче голос классный, и у Майота для таких, для больше для лирических, наверное, песен, да, подойдет. Ну, поставлю 8 из 10, в принципе, ну, хорошая, хорошая работа, такое, типа, ну, больше как-то забавное вроде бы. Что-то такое ощущение у меня. Так, послушали. Так, слушаем дальше. Хоуми, который вышел, получается. Еще в позатую пятницу, да, вроде Хоуми вышел. Но я его не слушал, поэтому. Дальше слушаем. Классный звук, очень классный звук. Круто, по биту нравится, по исполнению нравится, прикольная отсылка на Сталкера, да, типа, то есть, типа, кикинул ее пол, будто аномалия, прикольно, гля. Ну, это, блин, Сталкер, это легендарный игра, я считаю. То есть, блин, в нем, мне кажется, каждый почти играл в детстве. А, прикольная отсылка, типа, батя говорит мне, что я стал петь как телка, тоже забавно. Классный трек, блин, 9 из 10 поставлю, все нравится здесь, по биту и по исполнению, все круто, вообще, как... Просто как конфетка на самом деле. Так, маленький ярче, я влюбился. Не знаю, это типа трек такой, то есть на 7 из 10 я бы поставил, что-то не особо даже впечатлил и как бы, ну как-то удивил, да, то есть такого нету. Я влюбился в дрипсики, а сейчас дальше будет трек про дрипсики, давайте его послушаем. Дрипски, дрипс. Что это такое? Риски, 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 риски.
хочет выйти за меня. Дома, тетка, я занят. Все мои учителя. Ну, тоже такой трек, как бы, ничем не цепляющий, да, в принципе. То есть, не знаю, на чем тут акцентировать внимание свое. Что такое дрипский? Я не знаю, что такое. Напишите, ребят, в комментах. Реально, что-то в инете пишу, что-то нет такого обозначения. Дрипский — это украшение, да, типа, наверное, да, или как это? Кстати, обложка офигенная очень. Ну, тоже, как, типа, я влюбился, тоже трек 7 из 10, даже 6 из 10, наверное, то есть. Что-то не особо понравился мне, то есть, по звуку, по вайбу самому, то есть. Остальные, то эти первые треки, то есть, На моем теле, Moonboot, Home, то есть, офигенные очень. А, я влюбился в Дрипски, они какие-то такие, типа, какие-то, не знаю, ну, не очень, наверное, понравились. Так, 23. Типа 23 года, да, или что? Кстати, тоже 23. Крутое исполнение, крутой трек, 8 из 10 поставлю, вайб классный, прикольный припев, 23, видимо, ему 23, да, исполнилось, или что-то такое, да, то есть я не знаю, честно, я не в теме в этом, поэтому. Прикольно, отсылки, да, типа, на благо, и, типа, большие бабки, как у Биг Мамы, я ему улыбаюсь, как будто благо, прикольно, то есть, да, так там было, да, я ему улыбаюсь, как благо, да, благовайт. Прикольно, прикольно, в целом интересный трек. Так, слушаем дальше бензин, звать панк. Вот это, не знаю. Давай сгорим скорее.
сейчас будет бензин. Ну, как бы прикольно, но мне тут маленький ярче больше все-таки понравился, чем Вайтпанк. Вайтпанк тут, мне кажется, как-то не раскрылся почему-то. Не знаю, мое мнение такое субъективное, конечно, но не знаю. Почему-то мне кажется, что он тут что-то не раскрылся, то есть. Ну, 7 из 10 поставлю, в принципе, неплохо, да? Погнали дальше, откровение. Как у Кизару, да, откровение. Поставлю, как и первому треку, 10 из 10. Тут все офигенно, тут даже нечего говорить. Это бит офигенное исполнение, также текст, атмосфера сама, да. Вот это все, тут все идеально в этом треке. Тут реально, тут все идеально. То есть для меня самый сильный, это пока что на моем теле сильный трек, откровение сильный трек и Хоуми, наверное. То есть пока что три таких выделяются. Вот так вот. Сралия, сильный трек откровения очень. Молодец, маленький ярче, в принципе, у него офигенный очень вайп. Так, маленький ярче, последний трек с Майотом, фит помню. Хайпер-поп, что ли, будет? Прикольно, прикольно. Помнишь, чего мы начинали? Помнишь, чего мы начинали? Там не солнце, там курю, дядя, поднимали. Помнишь,
чё, крутой трек, крутой трек. 10 из 10 бы поставил смело. Тут и Майот классно сделал. Даже лучше, чем в треке Moonboot. Мне этот больше понравился. В таком стиле хаппер-поп, типа треки, да? А, в целом, молодец. То есть, хороший альбом по звуку, по... типа звук офигенный. То есть, и вайб офигенный. Мои любимые треки, которые я буду слушать с этого альбома, это, наверное, «На моем теле», «Moonboot», «Homie», «23», «Откровение» и «Помню». Народ, вот эти треки, то есть, я влюбился и дрипский, я, наверное, эти треки два не буду слушать. Ну, может, еще фит с White Punk буду, и, наверное, эти послушивать. Как-то так, такое мое мнение. В целом, альбому поставлю, 9 из 10, то есть, молодец, очень годная работа. Есть куда расти, обязательно надо от нее что-нибудь еще, бля, другие треки. Пишите в комментарии, обязательно оставляйте комментарии, это для меня поддержка. Вот так вот. И подписывайтесь на канал. Всем пока, всем удачи. Пока.